Итак, мы продолжаем прохождение Monster Hunter, и пришло время узнать, что такое Раталос. Что такое Раталос, мы уже знаем, узнать, кто ж такой Диаблос. Я о нем наслышан, много неприятного о нем, и пришло время посмотреть, что же это за тварь такая. И, скорее всего, это будет нашим последним заданием на сегодня. Я что думал, сегодня я продвинусь неплохо так по сюжету, так глубоко, я еще давненько не заблуждался. И по поводу Диаблоса. До этого я его нигде не встречал. Вот кого-кого, а Диаблоса я точно нигде не видел. И где искать хоть какие-то зацепки, где искать какие-то следы относительно того, где находится Диаблос, я вообще без понятия. Поэтому начнем с нашего самого первого лагеря. Попробуем порыскать где-то здесь и найти хотя бы один след. Да, на карте у нас только Бород, больше никого не видно. И неудивительно, потому что раньше я ничего вообще о Диаблосе не слышал. Ну, в плане, я его в игре нигде не встречал. Его следов никаких я тоже не находил. Поэтому неудивительно, что у нас нету никакого отображения на карте. И да-да-да, попутно нам нужна трава, чтобы, если что, несмотря ни на что, мы могли скрафтить зелья. Сомневаюсь я, что Диаблос будет где-то обитать в воде. Очень-очень в этом сомневаюсь. О, сонная трава, стоп. Сонная трава нам нужна для сонных зелий, ловушек, в общем. Так, хорошо, теперь я запомню, где она обитает, и, если что, смогу здесь ее себе накрабить на вон те самые сонные бомбы. И заодно прекрасная возможность просто побродить по дикогорью и пособирать всякий хлам, который, возможно, мне пригодится. И раз уж это Диаблос, раз уж это какая-то виверна, то, скорее всего, он будет на какой-то, возвышенности. Ну, почему бы и... Ну-ка... Диаблос, старые следы, все, мы напали на следы Диаблоса. Диаблос, возможно, ты даже на карте отображаешься. И, ну, на карте он не отображается же. Да, на карте он не отображается, но нам остается только пойти по его старым следам. И все, мы напали на след Диаблоса. А теперь просто осталось идти по этим самым следам, и дальше проблем никаких у нас быть не должно, ну, кроме убийства самого Диаблоса. Да, все, вот, куча следов. И Бород здесь где-то рядышком, окей. И чего у нас по Диаблосу? Мне бы хотя бы увидеть... А, стоп, сигнал СОС. Да, нам должны еще показать какую-то катсцену. А после этого нужно не забыть сразу же отправить сигнал СОС. Почему же ей так не везет-то постоянно? Почему, когда она что-то находит... Бород? Это явно не наш враг. Знакомьтесь, Диаблос, мать его. Виверна, которая обитает под землей. Я уже хочу подать сигнал СОС.
желательно побыстрее. Но давайте будем справедливы. Эта штука наземная. Это не летающая хреновина. А все, что... Нет, у него есть крылья. Это летающая хреновина. Это подземно-воздушная хреновина. Как это работает? А в случае с этой хреновиной? Ладно, не суть. А будем беречь, пожалуй, свои зелья, которые не бесконечные. И ворота пойдем лутать. Все-таки еврей во мне жив, пока Диаблос там что-то делает, мы полутаем ворота. Или не стоило нам лутать ворота. В общем, он умеет взрываться под землю. Хорошо, я понял, у него пузико уязвимая часть... Это у него все тело уязвимая часть тела, да? По-моему, это дело нам все упрощает. Здесь куда ни бей, и мы натыкаемся на его уязвимые части, ну, кроме лапок. Хорошо, я понял. А, ты мне бросил осу, когда у меня полное ХП, кот, я тебя люблю, ты очень полезный кот. Самый лучший котик, вот-вот. Неужели кто-то откликнется на сигнал СОС? Ну, скажите мне, что тот человек придет на задание. Все, моя накидка рипнулась. А, вон одна оса, но одной осы мне, похоже, будет мало. Давай, кот. Ага, спасибо. Вторая оса пришлась очень кстати. Вот я бы еще ту осу тоже схомячил. Ага. Бери еще ее. Я... Вот это да. Неужели кто-то откликнулся на сигнал СОС и... А, Диаблоса мы убьем все-таки. Ну, то есть как убьем? Мы Диаблоса убьем не в одиночку. Он пошел классный саундтрек. Я сомневаюсь, что вы его хорошо слышите, но... Вот тот самый момент, когда если бы сработал навык благословения богини, то мне было бы норм, но, как обычно, он не сработал. Самые подходящие моменты, когда он так нужен. Отлично. Время для мегазелья, если я, конечно, выживу. Ну ладно, выжил. Это хорошо, что на мне пока еще висит баф на ХП. Самое время делать тапки. По-моему, вот когда он выныривает, наверное, это его слабый момент, что ли, его уязвимый момент, когда лучше всего его атаковать, но это не точно. Все, по-моему, к нам пришел лучник, да? Ну, скажите мне, что это был лучник. Или нет, или к нам... А, это наш кот. Хорошо, вот, вот сейчас эта штука сработала, сейчас эта штука полезна. Это, ребят, где вы там? Помогайте, помогайте, кто-нибудь. Я тут держусь прямо из последних сил. А, кот, а ты не хочешь мне осу дать? Вот я бы, честно, не отказался. Вот вдвоем мы Диаблоса, я уверен, запинаем явно быстрее. Отлично. Хорошо, что баф хотя бы срабатывает. А, и эта штука постоянно станет, когда... Когда он вырывается из-под земли. Беги, да хватит себя хлопать по щекам. А, все, Диаблос уходит, хорошо. Все, что нам нужно, это теперь его выследить. А где наш напарник? Напарник пришел, и он сзади. А, все, я спокоен теперь. А кто это у нас? Угу, понятно. А, судя по счету, он явно не самого низкого ранга, поэтому будем надеяться, что мы его довольно быстро убьем. Очень-очень топовые ресурсы, учитывая то, что, блин, это задание на Диаблоса. Вот в самый подходящий момент ко мне кто-то все-таки подключился. Я не знаю, что-то прям странное везение. Возможно, моя игра, точнее, мой ПК опять хочет вылететь с зеленым экраном смерти. Типа, почему нет? Если мне так повезло, самое время накосячить. Ладно, начнем. Там все-таки нужно было, когда он... Убегал, нужно было заточить свои клинки. Что у нас по нашему плащу? По плащу у нас пока все грустно, и он в ближайшее время кдшиться не собирается совершенно. Ладно, тогда будем надеяться на исцеляющую осу. Чё-то урон по нему заходит как-то слишком хорошо, и это странно. Кот, кот, у меня к тебе дело. Химия.
Нахими, твою мать. Ладно, Нахими надеется себя не уважать. Ага, спасибо. Все-таки иногда он может подхиливать вовремя, но это случается настолько редко, насколько это только возможно. А по рогам ему лучше не бить, хорошо. Рога это явно не его слабая точка. А у меня нету ничего, что можно было бы использовать, кроме мегазелий. А, нет, все, теперь можно использовать аптечку. Мегазелья будем беречь, как зеницу ока, потому что, ну, нафиг Диаблоса. Награды уменьшены, осталось две попытки, и умер, к слову, не я. Если что, первым умер не я, мне каким-то чудом повезло. Я не знаю, правда, каким. Надеюсь, я доживу до момента, когда он придет. Я надеюсь, что он придет снова. А мы пока будем пытаться хоть какой-то урон Диаблосу нанести. Исцеляющая оса, очень кстати. Пока ее побережем на случай, если мне станет прям совсем плохо. На, по лапкам. А, сейчас обрага. Нет, странно. Я думал, я начну попадать. А, зачем использовал исцеляющую осу? Ну зачем оно выпрыгнет? Не попал, хорошо. Мне что-то пока подозрительно везет с Диаблосом. В плане урона и прочего. А, пока он взрывается, кстати, хороший момент для атаки. Угу. И все, и Диаблос снова убегает, хорошо. Я, правда, удивлен, почему я вижу там руду. Почему не я первый умер? Это было очень странно, я пока ни разу не умер. Возможно, Диаблос даст мне ответ, что мне дальше нужно для клинков моих пятого грейда. Все, ящик переполнен, ясно. Казалось бы, я совсем недавно сбрасывал все, что насобирал. Из сумки в ящик, но что-то как-то не помогает. Слишком я закрабился. Так, здесь ресурсы мы выкопали, а значит, он едет туда, где он был до этого, где мы его только встретили. А можно меня не фокусить? Там вот, да, там есть парень с топором, он больше меня, он парень, поэтому можно бить его. И стоило бы, да, клинки заточить. Как обычно, я об этом забываю. Здесь нужна какая-то напоминалка специально для таких, как я, которая бы говорила. Да хотя бы если бы Хими мне говорил, типа, Мяустер, вы не хотите там случайно свои клинки заточить? Я был бы крайне признателен и благодарен. Так, в фокусе не меня, вот. Отлично, 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 Хими похилила. Я заточил клинки, прям что-то попёрло. Да, подходящий момент для того, чтобы нанести хоть какой-то урон. И сразу минус пол хп. Шикарно. И да, давай фокуси меня. И если бы не мой баф, то, по-моему, я бы уже отвалился. Мегазелье нет. Пожалуй, мы сейчас использовать не будем. Химия, неси осу быстрее. О, спасибо. Может же, когда захочет, у меня там скоро... Да, у меня совсем скоро. А, чего я заметил в Раталосе, который... Ой, в Раталосе, в Диаблосе, который пока кажется легче, чем... Раталос, он не вешает дебафы, он не жжет огнем. И снова умер, и снова умер не я. Это странно. Это крайне странно, ребят. Я пока не знаю, что происходит. Но Раталос, он как ни крути, а он проще, чем Диабло. Ой, Диаблос проще, чем Раталос. А, там моя оса, между прочим. Разрешите? Ага, спасибо. И самое время накрыться покровом. А, в общем, почему он проще? Потому что он не дебафает никак персонажа, он только наносит физический урон. А от него защититься как бы попроще.
чем от урона огнем, урона ядом и прочего. А, вовремя оса, очень вовремя, кстати. У него есть одно только неприятное место. А ничего, что я накрылся плащом или все? Там за несколько ударов мой плащ слетел нафиг просто. Хорошо, я понял. Да, здесь физический урон, но он очень-очень сильный. Но все-таки это лучше, чем всякие там мерзкие дебафы. По крайней мере, для меня точно лучше. Мне переживать физурон намного проще. Да хотя бы потому, что я ни разу еще не отвалился. Не знаю, как у меня это получается, но хоть как получается. Надеюсь, мы вдвоем быстрее убьем, чем убью я один, если бы я был один. Но все-таки, несмотря на то, что ХП, когда пинаешь вдвоем, становится больше, но возможностей для того, чтобы наносить урон, становится тоже больше. И в этом основной плюс кооператива. Да нет же, твою мать, клинки! Один удар! Да, все, клинки зарядились, валим. А, нет, оно само валит. Ладно, хорошо. Это уже третья попытка бегства Диаблоса. Пока я не чувствую в нем прям большой опасности. Пока я просто понимаю, что это не самая приятная хрень, довольно быстрая, ну и с большим уроном. Ну, он мог бы быть крайне неприятным, если бы у него были какие-то дебафы, были какие-то стихийные атаки, вроде огня, льда, да неважно чего. А вот тогда эта хрень была бы откровенно очень сложной. А так, чё-то как-то. Пока же без особых проблем мы его даже убьем. Может, даже попытаемся потом поймать, если получится. Странно, почему у него хвост не отрубается до сих пор. Я не уверен, можно ли его вообще отрубить, но хотелось бы. Так, чего по осе? Отлично, осу мы можем присамонить. Химии, давай. Оп, спасибо. И еще одну осу, если что, мы можем в экстренном случае призвать. Вот, казалось бы, давай осу. Химии, давай осу. Быстро. И, по-моему, там рог сломали. По-моему, этой твари только что сломали рог. Неужели он опять сваливает? Нет. Да ладно. Серьезно? Три смерти... Стоп, а почему три раза умер не я и задание было отменено? Это на самом... Вот такой тупой механики я еще нигде и никогда не встречал. Хорошо, я понял. На это задание мы пойдем, скорее всего... Хотя нет, возможно, в одиночку мы не пойдем. Но я немного в шоке от того, как здесь все это криво работает. В плане того, если кто-то умер... Три раза из группы, то задание отменяется автоматически. Это настолько странно, насколько только может быть странно, типа, каким хреном я к этому всему. Ну, типа, уменьшены награды... Ну и ладно, но почему они уменьшены и у меня тоже, когда я ни разу не умирал? Это максимально странно. Хорошо, идем снова на... Стоп, Диаблос. Если его искать, то где-нибудь оттуда мы начнем. Мне бы хотелось в этой части стрима все-таки убить Диаблоса. И убить его так, чтобы мне не руинили задание. А с одной стороны, вдвоем его убивать проще. С другой стороны, если за это время кто-то умирает три раза, то задание руинится. Это максимально странно. Так, где моя столовая? Проще всего, если, я так понимаю, если и бросать сигнал СОС, то когда-нибудь вот прям потом, когда ты уверен, что ничто не помешает тебе, тарелка от шеф-повара, просто иди... Все. Нафиг всех, я пойду убивать Диаблоса один. Мне больше никто не нужен, все, осталось его только выследить.
находим Диаблоса и в одиночку его убиваем. Потому что вот в данном случае проблем от напарника оказалось больше, чем помощи. Опа. Стоп, да ладно, серьезно? Вот это место с Диаблосом? Тю ты гост, я думал, его сейчас нужно будет выслеживать, выискивать. Отдайте мне, пожалуйста, мой покров. Ага, спасибо. Так, ты, тварь, не трогай меня. А, давайте, ладно, запустим сигнал СОС, возможно... Да, Алекс, да, именно так это работает. Это ужас просто. Ну, я-то не умер ни разу, а умер только он 3 раза. И из-за этого у 2 нас задание рипнулось. Это странно. Это максимально странно. Ну ладно, мы попробуем все равно пинать Диаблоса. Да, 2 удара этой хрени достаточно для того, чтобы... Улетела нафиг моя накидка. Ну, хотя бы и на том спасибо, что все-таки 2 удара она способна пережить. Она уже становится от этого полезной. Вот же, у него пузико слабое место. Все, хорошо. Блин, жалко мы осу, да, мы осу сейчас зафейлим. Че, серьезно? Я уже чего-то ему там... Да ладно, Диаблос, постой! Я ж только начал, чего ты? По-моему, сейчас что-то будет. Не знаю, ну если кто-то на сосы придет, то я не расстроюсь. Если никто не придет, то я тоже не расстроюсь, так что особо не парюсь. Нам главное не попадать под его атаки рогом, потому что мое оружие явно не самое лучшее оружие для того, чтобы его рога трубать. И если нам где-то и держаться нужно, то нам нужно держаться вот возле его лапок. Не, Г2, я не знаю, когда я смогу вернуться, я просто в нее переиграл. Прям вот сильно переиграл, и мне нужно теперь отдыхать. Просто слишком долго задротить в одну игру, это тоже как бы не очень. Так, Хими, давай мне кота моего. Ага, спасибо, вот бы успел ты. Нет, успеешь, походу. Спасибо. Если мы будем держаться возле его лапок, то, я думаю, ничего страшного с нами не случится, верно? Потому что его все атаки страшные, это либо атаки хвостом, насколько я понял, либо атаки рогами. Когда мы находимся у него под пузиком, мы ни под то не попадаем. Но только вот когда он начинает бежать, то нам становится грустно. Все, стратегия разработана. Осталось не умирать и его убивать. Да, стратегия почти была классной. Она даже почти работала. Да давай ты тащи кот... Тащи осу. Химия. Давай осу. Я принципиально ничего не ем. Тащи осу. Если я сейчас рипнусь, будет виноват кот. Твою мать, кот, Я тебя точно в рабство... Ой, кот. И, по-моему, мой баф на ХП, он... Тоже рипнулся, что ли? Съедено. Нет, по-моему, баф есть, но... Ну, в смысле, есть. Как баф есть? В смысле, я есть не могу, но баф висит. А точнее, наоборот, бафа нет, но есть я не могу. Или мне просто кажется. В общем, ладно. Химия, я тебя сдам куда-нибудь в приют для котов. Ну, серьезно, вы видели, насколько это был фейл? Химия, давай хоть в этот раз ты меня похилишь. Ути, какой хороший кот. Нет, бафа на мне все-таки нету, потому что у меня ХП слетело в минус. Оп, самое время свалить и нам. Все, держимся под пузиком и стараемся не получать урон. План выглядит как хороший план. О, еще одна оса, спасибо. Вот куда ему нужно. Вот его. Типа слабое место. Блин, ну секс-рабство продавать химии, это слишком перебор, по-моему. Ну вот просто куда-нибудь его продать, это да. Ну, кот бесполезен местами. По большей части. Почти всегда.
Эх, Диаблос. Вот как бы вата ватная, а дамажит он очень сильно. А, он еще и сваливает, окей. Блин, все-таки один раз мы рипнулись. Типа награда уменьшена, но я надеюсь, за счет бонуса сета, который у нас есть, который на увеличение получаемых наград, надеюсь, он нам все это дело компенсирует. А хотя нам главное по сюжету его запинать, если что, потом мы будем все это дело крабить уже в на арене или в мультиплеере нормальном. Ну, это очень странно, да, но здесь стоит понимать, что здесь есть такие ребята типа повара. Я думаю, вы видели этого повара. Я думаю, что он бы химии не отказался купить, в общем-то, для тех самых дел. Так что не совсем это странно. Это имеет какой-то смысл. Правда, это жестоко будет, да, химия? В общем, не слушай их. А то сейчас обидится и вообще хилить перестанет. И что мне потом делать, как жить? Диаблос в сам... О, стой. Тебе можно сейчас сделать... А, хорошо бы, если бы я по тебе попал, конечно, сверху. И еще лучше, если бы ты еще не бегал. А что он делает вообще? Не, я понимаю, что он как бы пытается кого-то убить, но... Вопрос в другом. Кого он... Он меня даже не обращает, на меня внимания не обращает. Он кого-то под... А, или обращает. Не хотелось бы, чтобы обращал. В смысле? А, это даже так работает. Хорошо. Здесь нужно мегазель. По-моему, он вступил в какую-то свою вторую фазу, в которой я бы видеть его не хотел. Тар... Камера, не беси. Ифи, так вот, понимаешь, Алекс, поэтому я и назвал этого кота Хими, точно так же, как и Финос в САУ. У них одно и то же имя. И тупят они одинаково. Я никогда не забуду тот момент, когда я... Меня... А, я риснул, короче, и Финос свою. Она такая... А, и я в тот момент умер. Она встала, вместо того, чтобы меня резать, она встала, хлопала в ладоши и тоже умерла, но... Я даже не знаю. Ой. Ой-ой. Если он вылезет подо мной, я бы рипнулся. Отлично. Хотя рипнуться я всегда успею. Например, сейчас. Или нет. Может, сейчас? Нет, тоже нет. Я слишком молод, чтобы умирать. Сори. Ну, пока живем как-то. Так, чего по накидке? Блин, мне бы накидка крайне пригодилась. О, оса есть. Ну ладно. Будем тащить на осе тогда. Здравствуй. О, сейчас бы пох... А, не, ну хвост ему отрубить надо. Да, 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 там моя хими в САУ была полной копией вот этой хими, вот этого кота. Мне просто очень везет с напарниками, точнее с напарницами. Кот, заяц, хими. Зая моя хорошая, спасибо. Вот в этот раз было удачно. И то я не удивлюсь, если у химии это получилось случайно. Да в смысле, он что, серьезно убегает? Ладно, возможно, это нам только на руку. И да, вот здесь тоже можно похилиться. Фу, блин, все-таки Диаблос такой себе. А, у тебя кот был нормальным, я не знаю, где ты нашел нормального кота. Мой кот, это просто чудо. Вот, кстати, да, будешь плохо себя вести, пойдешь к тому парню, который столовой заведует. Я думаю, она ему понравится. О, мой вообще молодец в том плане. Мой обычно жука приносит, когда я уже выпил зелье, и у меня фул хп, и как бы вообще нафиг надо. И тут моя химия понимает, что почему бы не похилить мяустра. Так, стой, 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 рано поворачиваться, стой, 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 стой. О, все, отлично. Нет, нет, я стой, ты не должен по мне попадать, когда я у тебя под пузиком. Не должен. Опа, покров живучести можно использовать. И отлично, отлично, надеюсь, его хватит до того момента, пока у нас зареспавнится оса. Ай.
Да неужели мы рог отрубили? Мы отрубили этой твари рог. Интересно, его можно подобрать и залутать? Я хз, как я своим клинком умудрился отрубить рог, но сейчас можно попытаться на него запрыгнуть, да? Да. Сработало. Я хз как, но я сейчас умру. Похоже. Нет? Да. Да не, ну. Нет, не умру, хорошо. Химия. Химия. Химия, ты чего валяешься, когда меня убивают? Я бы хотел залутать рог, но, похоже, его залутать нельзя. Или можно, но я просто его не вижу. Ладно, поэтому мы как-нибудь уж сами и без рога обойдемся. А, сейчас бы урон просто в никуда и ни за что получать. Ну, кот вообще молодец, на нем я не видел никаких дебафов. О, все, ясно. Кот просто лежал и спокойненько отдыхал, пока хозяина убивали. Какой милый кот. О, хорошо, что он выскочил где-то далеко, и у меня просто есть возможность подхилиться. Здравствуй. Ой-ой-ой. Как и думал, что будет атака какая-то головой. Вот, 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 люблю такие моменты, когда наносишь много урона. И желательно еще не умираешь при этом. Так, стана нету, хорошо, уже можно жить. А значит, можно похилиться. Ух, Диаблос, Диаблос, мерзкая ты тварь, я хочу тебе сказать. Крайне-крайне мерзкая ты тварь. Так, чего по оси? Оса есть, если что. Угу. Ай. Хими умерла? В смысле, там хп у нее все. А, оно пьет зелье. Она стоит и пьет просто бутылочку с зельем. Молодец, химия, умничка. Вот когда умерла, самое время хилиться. Ну, это критический дамаг, так что это много. Это относительно много. А вот по мне эта тварь бьет явно больше, чем бью я по ней. И я вижу в этом определенную несправедливость на тварь. Фу, так. Пока живем, пока неплохо так живем, пока вроде бы у меня все получается. Ну, даже не знаю, я вот наношу там прилично, даже по 18 вылетало, по-моему, по пузику этой твари. А вот музыка, кстати, топовая в этом моменте, в бою с Диаблосом, она мне охренеть как нравится. Больно. Нет, не больно, хорошо. Там скоро уже мне клинки точить нужно. Так, Диаблос, ты не хочешь куда-нибудь уйти? В другую локацию перебежать там, я не знаю, Диаблос хочет... О, дай я тебе хвост отрублю. Если он у тебя и отруб... Ха, лол. И залутаю его, пожалуй. Диаблос, не шути. А в смысле я не залутал хвост? В смысле, что я делал до этого? Вот, ясно, понятно. Диаблос, ты ж уходишь? Ты же не... Да, он уходит. Фу, блин, это было странно. Я прям чувствовал, что хвост Диаблоса висит просто на волоске, и что пришло самое время его отрубать. Могу ж, когда захочу. Рог отрубили, хвост отрубили, Диаблос уже прям вот на последнем издыхании. Да и времени. Вот все, что не летает, это прям для меня создано. Все, что не летает, я нормально убиваю. Все, что летает, это... Такое себе. Ну, Диаблос еще. Я так понимаю... Вряд ли я, конечно, это сделаю. Но попытка не пытка. Да. Конечно же, я его не поймаю. А это значит, что нам нужно... Нам нужно что? Правильно, нам нужно изготовить... А я могу изготовить шоковую ловушку? Нет, я не могу изготовить шоковую ловушку. Почему я не могу изготовить шоковую ловушку, мне непонятно. Хотя, не такая большая проблема. Убить Диаблоса можно и убить, а не ловить. И не ловить.
Хими, у меня для тебя есть маленькое предложение. Хиль меня. Хиль меня быстрее. Хиль, говорю. Спасибо. Вовремя. Так, там еще, если что, оса висит. Надо запомнить. Да, виляй хвостом, которого у тебя нет. Утешай себя. Сколько угодно. Нет, здесь уже без зелени обойтись. И я же хотел, чтобы Диаблос куда-нибудь убежал. Просто ради того, чтобы я смог заточить себе клинки. Я их заточить, естественно, забыл. И это какая по счету смерть? Вторая, первая была из-за того, что Хими не принесла мне осу. Ну и вот эта смерть из-за моей глупости, наверное. И возможно, я там уже могу чего-то похомячить. Да, я могу похомячить, и похомячу я... Так, а оно одинаковое? Да, оно одинаковое. А возможно, я могу заплатить талоном. Да, и могу получить, наверное... А что я съел? Оплачено, и теперь отсюда уже можно что-то выбрать. Но чего-то ничего из того, что здесь есть, не дает мне хп. Ну вот это мне пойдет по атаке и по защите. Не знаю, насколько мне это поможет. Но будем надеяться на лучшее. Там просто Диаблос, он вот-вот-вот-вот на последнем издыхании. И я вот прям чувствую, как он уже готовится к смерти. И да, когда я там был, возможно, стоило изготовить одну шоковую ловушку еще и попытаться его поймать. Но я, конечно же, об этом забыл, и придется все-таки Диаблоса именно убивать. Давай, волчонок, спокойный. А мы уж как-нибудь попытаемся убить Диаблоса. Надеюсь, сейчас баф на защиту. Мы еще что-то раскололи. И это нет, не второй рог. И хвост мы до этого ему раскололи. В общем, пока для меня загадка, что ж мы там ему еще отрубили. О, классно. Ну, хорошо, хотя бы баф вовремя сработал. Спасибочка. Не всегда, когда нужно, она срабатывает, но если и срабатывает, то это то, что нужно. Нет, стоп. Не-не-не-не. Валим. Оса там? Ну, спасибо, хорошо. Как только понадобится химия, я ее использую. Еще рано, потому что я под накидкой. Да, все-таки Диаблос это та еще хрень. Попроще будет, чем Раттлос, но однако же. Проще только в том плане, что не дебафает и не летает. Вот сейчас мне нужна была ловушка. Стой, тварь, не уйдешь. Или уйдет. А я же с собой брал, неужели? А я в инвентаре делал чистку, и я все это дело выложил. Я выложил все, что можно было, походу. Все, что нужно было для создания шоковой ловушки, я, блин, куда-то дел. Угу. И в итоге у меня ничего нету из того, что нам нужно. И вот сейчас я бы Диаблоса поймал. А, стоп, а что если я сделаю кое-чего странное? Я не знаю, насколько это хорошо сработает, но я попробую по-быстрому переместиться вот сюда. А мне просто не очень хотелось бы его убивать. А я хочу Диаблоса поймать. Ящик предметов. Организовать. Да, я все выложил в банк. Зачем? Зачем я это сделал? Все. И теперь мы попробуем совершить кое-что интересное. Я надеюсь, за это время он там не отхилится. Просто убежал он вообще недалеко. Он вот прям рядышком здесь лежит. И если мы сейчас удачно его поймаем, это будет вообще просто что-то очень странное. Потому что я за это время успел сбегать в лагерь, прибежать обратно. И ладно, будем пробовать его ловить. Ну... Давай. Диаблос? Да. Все, Диаблос пойман.
Если бы я еще не заруинился на задании, когда там парень умер 3 раза, то был бы вообще супер. Ну и хотя в этот раз я тоже 2 раза умер сам. Ладно, признаю, Диаблос не такая простая хрень, как мне показалось изначально. Ну, давайте, скажите мне, что именно из Диаблоса крафтится что-то... Да, ресурсов много из Диаблоса упало. Пойдем смотреть на его сет. Скажите мне, что именно из него крафтятся мои рапиры. Ну, ранг охотника 10-й, кстати. Мы дошли до 10-го ранга. Не сравнится, конечно, с теми ребятами, у которых 100-е, но все-таки... Для меня это большое достижение. Ты. Тебе удалось покорить вершину и проявить себя. Теперь ты можешь узнать секрет дракона, несущего огненную скалу за спиной. Дни дракона сочтены, но могучая сила жизни не дает ему упокоиться в положенном месте. Он отправился в Вечноречие и сбился с пути. Он готов встретить свою гибель, но его наполняет пылающая энергия жизни. Вечноречие объединяет все части этих земель, подобно тому, как бьющееся сердце связывает воедино наши жизни, наши жилы. Если дракон примет смерть именно там, огромная волна энергии вырвется наружу и попадет в эти жилы, воспламенит их и охватит все вокруг огнем, превратив эти земли в пепел и в выжженную пустошь. Таков секрет дракона. Такова судьба этих земель. Ничто не способно остановить саму природу. Прошу внимания, всем успокоиться. Предлагаю оценить ситуацию. Благодаря усилиям 5-го флота нам удалось кое-что выяснить. Во-первых, Дзора Магдарас направляется к Вечноречью. Во-вторых, после своей смерти он выпустит на свободу накопленную биоэнергию. Наконец, Вечноречье связано с каждым уголком Нового Света. Таким образом, если Дзора умрет в Вечнолесье, его биоэнергия взорвет всех нас к черту. Командир экспедиции, следует немедленно начать эвакуацию. Я сейчас же скажу сестре подготовить воздушный корабль. На это нет времени. У нас не осталось выбора, кроме как уничтожить Дзору Магдараса. Что? Если вы не заметили, мы совсем не планируем взлетать в воздух. Взлетать на воздух. Именно. Мы прибыли сюда для того, чтобы изучить роль зверя в местной экосистеме. А не вовсе вычеркнуть его. Кажется, есть другой выход. Неужели наша Аква смогла придумать какой-то план? Она ж априори бесполезна. Что если нам удастся выманить его на Вечноречье? Выманить? Из, видимо, Вечноречья. Так точно. Согласно моим данным, Вечноречье расположено на побережье океана. Если нам удастся выманить Дзору Магдараса прямо к воде, мы сумеем уменьшить силу взрыва. А освобожденная биоэнергия запустит новую экосистему в океане. Жизнь продолжится заново. Что сейчас у нас... Позвольте напомнить, что сейчас у нас слишком мало припасов, чтобы поймать его. Но даже будь у нас все необходимое, каким оружием можно заставить такую громадину повернуть в другую сторону? Не переживай, у меня есть план. Серьезный план. Что это? Вот это мне уже нравится. Там, видно, снова стрим пытался отвалиться.
Капитан, не хотелось... Не хотелось бы отрывать вас от важных дел, но мы рады, что вы прибыли к нам. Взаимно. У меня тут есть все, что может вам понадобиться. Баллисты, артиллерийские снаряды и буквально прорва припасов. Не говоря уже о небольшом сюрпризе. Гильдия предоставила нам просто замечательный корабль. Он оснащен новейшим оружием против драконов. Драконатором. Превосходно. Как раз то, что поможет нам прогнать Дзору Магдараса в сторону моря. Охотники, пора. Живо заканчивайте с приготовлениями и марш в Вечноречие. Я все объясню на месте. Мы справимся. Мы должны справиться. Да светит наш путь сапфировая звезда. А теперь в путь. Скажите мне, что я получил... Нет, я не получил ресурсы для улучшения своей катаны. Почему? Как это работает? Ресурсный центр. Так. Давайте пробежимся, посмотрим, что здесь к чему. Поговорить с проводником. Неужели нас собираются выгнать в новую локацию? Скажу прямо, баллисты и пушки Дзору Магдараса не остановят. Это невозможно. Но если мы убедим его, что идти в сторону моря не так неприятно, как через нас, то успех будет у нас в кармане. Итак, мои восходящие звезды. Давайте посмотрим, что вам удалось выяснить. А вот чего. Цветы собрали, задание в Дикогорье выполнили и готовы взять что-нибудь простенькое, типа... Я даже не знаю... Кучи костей, например, можно взять. И большую охоту тоже давайте возьмем. Сразу. Новый стрим без понятия. Вот честно, без понятия. У меня сейчас такой график. Оу. Воу. Погодите. Это то, о чем я думаю? Это тот самый Диабло, с которого я изловил? Бедолага, что-то мне его прям даже жалко немного стало. А, ладно. Не будем лезть в дела ученых. А сразу, пожалуй, положим. В инвентарь обязательно положим. Чем там положим, где? Ловушку сразу вложим. А дальше. Так, вот. Да. Это ложим две штуки. Ну и грозовые жуки тоже 10 штук ложим. Неудачно я в прошлый раз их вытащил. Новых заданий у нас есть там у оружейника. Ну и у кота, само собой. У кота всегда много к нам заданий. Но мы пойдем к оружейнику, посмотрим, как выглядит сет Диаблоса. Это явно должно быть что-то интересное. Ресурсов-то мы получили много, и меня не перестает покидать вопрос, где мой рапира 5-го грейда. О, как раз тебя-то я и искала. Я пытаюсь создать новый специальный инструмент, и мне нужна помощь с материалами. Возьмешь задание «Взгляд на звездную пару»? Я уже попросила департамент снабжения отложить для меня все необходимое. Приступай, когда тебе будет удобно. А, две виверны? Да иди ты в пень. Никогда в жизни. Даже близко нет. Так, где мой Диаблос? Найдите мне, пожалуйста, Диаблоса. Нус. Да, сет Диаблоса доступен. Нет. И еще раз нет. Это явно не то, что я хочу таскать на своем персонаже. Нет. А, возможно, снаряжение для Палика из Диаблоса будет топовым. Ну-ка. Воу, он максимально странный в этом костюме. Ладно, хорошо. И тогда еще, наверное, стоит глянуть по поводу улучшения снаряжения. По-прежнему нету никаких зацепок, что это, откуда оно дропается. Тогда, в таком случае, возможно, нам стоит поискать какие-то
новые клинки, которые вдруг они окажутся тоже неплохими. Я бы не отказался. Это что-то там из Дзоры Магдараса. Видимо, это что-то топовое. Видимо, к этому стоит стремиться. И оно, кстати, тоже пятого грейда. У нас еще на пятый грейд-то толком ничего не открыто. А там еще и шестой есть. Я бы хотел посмотреть, как вообще выглядит дерево, скажем, того же Диаблоса. Так, Цицияку нам не очень нужно. Дерево льда, ну, тоже сомнительная штука. Кулуяку тоже такое себе. Костяное дерево. Нет, пожалуй. Дерево Аньяната мне как бы симпатично. Можно будет что-то из этого скрафтить. А, вот оно, дерево Диаблоса. Но почему эти клинки выглядят так, как будто это что-то дохленькое и вообще непонятно что. Но, блин, они по атаке просто топовые. Мне бы еще пару ресурсов с Диаблоса, и они еще дают бонус к защите. Но, блин, минус 10 мастерства. Я не знаю, стоит ли делать. Наверное, я все-таки скрафчу себе эти клинки Диаблоса, просто чтобы они были. А вроде бы как штука неплохая. Ну, а больше я даже не знаю, что себе еще можно скрафтить. И да, ребят, самое время, наверное, нам сегодняшний стрим заканчивать, потому что там уже 12 ночи. Да и устал я пинать Диаблоса двух... А, нет, просто Диаблоса и... Алекс, чего-чего-чего, стою. Когда... Давай, волчонок, спокойный. А в общем, завтра, возможно, будет стрим, но завтра он будет не рано... часа в 3, в 4, возможно, где-то так. Ну, я, по крайней мере, буду надеяться на это время и буду на него рассчитывать. Да, ребят, все, всем спасибо, кто был на этом стриме. Надеюсь, что встретимся мы завтра и пойдем уже смотреть на новую локацию. Хотел я, как уже говорил сегодня, далеко продвинуться по сюжету, но что-то как-то меня задержали. Меня задержал не Диаблос, а вот та летучая хрень. На этом, ребят, все. Всем спасибо и пока.